В Приднестровье после трехлетней карантинной паузы вернулся фестиваль патриотической песни «Караван». В этом году его провели под открытым небом в парке «Родина» в Чебручах. Участвовали вокалисты со всей республики. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Забытый пол уходит на закат, и в ночь плывут седые облака. Чтобы исполнить песню «Забытый полк», они проехали почти 180 километров. Народный коллектив казачьей песни «Черемушка» добирался в Чебручи из Катериновки. Это село в Каменском районе. Мы уже, как говорится, в возрасте. Но мы поем, а прививать патриотизм, любовь к родине. И чтобы участвовали побольше. Сольные вокальные партии исполняет Петр Ломака, он же руководитель коллектива, мультиинструменталист-самоучка. Про таких, как он, говорят, с песней по жизни. А мне дает жизнь, что не сдаваться, надо работать и работать и работать, и петь, всю жизнь надо петь. Фестиваль патриотической песни «Караван» в этом году проводят в парке «Родина». Созвучная с отечеством фамилия архитектора парка, некогда именитого на весь Союз, кажется, как никак лучше подходит для песенного конкурса такого формата. Участники исполняют по две песни. Одна на тему войны в Афганистане, вторая патриотическая. Фестиваль проводится уже в 16-й раз. Как и прежде, его организаторы – ветераны войны в Афганистане. 3 года мы не проводили это мероприятие по объективным причинам, но сегодня с гордостью можно сказать, караван к нам вернулся. Серая кукушка за рекой, сколько жизнь осталось мне, считаем. Участников этого каравана 20. Это как сольные исполнители, так и целые коллективы. Один из них – мужской вокальный ансамбль «Тира» столичного клуба «Ветеран». Мы поклялись, товарищи, прожить за себя и за них. Самому младшему участнику коллектива 63 года, самому старшему Анатолию Хвостику на днях исполнится 90. Когда началась война, он был ребенком, но помнит все. Первый немец пришел, я спрятался под кровать, пугался. Первый солдат Красной Армии пришел, я его встретил, звездочку целовал. И когда исполняем вот эту песню, у меня проходит мысли это. Мысли. И вижу того солдата, который рядом со мной. В фестивале приняли участие и профессиональные исполнители. Народный артист Приднестровья Виталий Воинов говорит, вопрос музыкального образования здесь не принципиален. Главное – петь с душой. Кто-то должен быть инженером, кто-то должен быть кузнецом, кто-то должен быть не всем же быть музыкантом. Но главное, чтобы душа пела. Главное, чтобы душа пела, совершенно верно. Тихо плывет рассвет, все, что смогли мы сделать. Юрий Чернявский, Игорь Мацота, ТСВ.